Як кажуць сярод людзей, без песні няма надзей. Народ без песні не ўмее, народ без песні не мее. Гэтымі словамі нашага земляка Анатоля Грачанікава пачынаем мы перадачу «Добры вечар, Гомель». Сёння ў гэтай студыі вам праспяваюць свае песні народны ансамбль народнай песні «Папараць кветка» «Горад Мазыр» і вакальны ансамбль «Рэха» «Мазыр» і Ельск. Шановныя сябры, пачынае народны ансамбль народнай песні «Папараць кветка».
Друзья, Светлана Тихиня, руководитель народного ансамбля народной песни «Папороть-кветка», выступление которого мы уже увидели, и Юлия Дударева, руководитель вокального ансамбля «Рэха», сегодня у нас в гостях. Скажите, пожалуйста, какие новости вы привезли нам с Полесья, из Мозыря и Ельска? Ой, у нас очень хорошие новости, очень прекрасные, у нас все морозно. Очень прекрасная погода, морозно. А еще мы привезли хорошее настроение, хорошие новости о том, что мы готовим новую программу. Нам скоро 20 лет, нашему коллективу, поэтому мы готовим новые песни, записываем новую программу. Но идем вперед, 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 вперед. Прекрасно, Юлия. И хорошие песни привезли сегодня, которые вы услышите в вашей программе. Да, обязательно. Мы очень ждем этого момента. Что отдается рэхам у песни Нестихана? Родные напевы, гуки природы, смех дитяти. Почему ваши коллективы рэха и папороть-кветка так называются? Юля? Наш коллектив, название нашего коллектива само за себя говорит, так как дети работают в академической манере исполнения и исполняют произведения многоголосные. И это многоголосие расходится просто вот по всему залу, где бы они ни пели. Эхом. Эхом, да. Папороть-кветка.
Ой, ну, нас очень интересно. Мы выбирали, очень долго мы выбирали, но в один прекрасный момент, ну, мы поняли, мы все молодые девчонки, 18 лет, так хочется любить, так хочется найти свое какое-то счастье, свой папороть-кветку. И мы вот сидели, размышляли, и потом, ну да, а почему бы нам не найти свою папороть-кветку? И до сих пор мы ее ищем и в творчестве, и в жизни, и в людях. Поэтому так у нас получилось. Почему-то мне кажется, что происходил выбор названия вот где-то накануне Ивана Купалы, да, народного праздника. Да. Где-то рядышком лето. Вот перед тем, да, мы как раз сидели с девчонками, и думаю, ну, боже мой, ну как там, уже ж пора нам называться. Хватит уже. Ну вот, так и получилось. Скажите, пожалуйста, вот те песни, которые исполняют коллективы, которыми вы руководите, на мой взгляд, требуют особой силы голоса. Так ли это? Да, конечно. Мы в нашей работе используем определенные методики, которые это все вырабатывают. Это методика, знаменитая методика Стрельникова и дыхательная методика. Это прекрасная методика врача-фонопеда Светланы Вячеславовны Натаровой, которая сейчас работает благополучно в Минске. Опираясь на эти методики, вот у нас такой результат, я считаю. Но это же ведь разные звуки, академическое пение и народное пение. Куда направлен звук, когда поют акапелла? Конечно, мы же его прямо направляем, но тем не прямо менее... Прямо вверх наверняка, да? Да, конечно, но тем не менее у нас присутствуют различные тембры, так как, опять же, тоже многоголосие и красивые грудные напевы альто и красивые верхушки сопрано резонирующие. А папороть-кветка в народной манере? Ой, ну в народной манере все надо. Надо и дышать. Это большая работа. Самое важное в пении – это дыхание. Самое важное в народном пении – это дикция. Это правильная подача звука. А самое еще главнее, когда идут наши концерты, мы подаем звук, мы должны зацепить нашего зрителя, мы должны влюбить в народную песню, в народную музыку. Вот это тоже самое главное. Очень здорово. Дорогие друзья, встречайте вокальный ансамбль «Реха». Топ-топ-топ, а уже в игрушку пора трясти, а уже в игрушку.
Козенька, топ-топ-топ. Друзья, с нами руководители народного ансамбля народной песни «Папороть кветка» Дмитрий и Светлана Тихиня. И у меня такой вопрос. Говорят, белорусские музыкальные инструменты – это ваше увлечение, Дмитрий. Действительно так? Да. А со скольки лет увлечение? Вот что мне интересно. Ну, с 4 лет начал играть на гармошке. И вот как увлекся, так до сих пор. А что было после того, как вы научились играть на гармошке? Где совершенствовали свои знания, умения и навыки? Ну, сначала была музыкальная школа, потом музыкальное училище. И коллектив, любимый, да. Коллектив. Я представляю, если в 4 года на гармошке, то что же было, когда вам исполнилось 10 лет? Где вы играли? А в 10 лет на вечерках. В деревне собирали людей, женщинки, мужчинки, и гулялися у песни, у танцы. И запрошали Диму, чтобы он им сыграл. Да, да, да. Говорят, что есть у вас даже коллекция музыкальных инструментов. Действительно? Есть, собираем гармонии, дудки, флейты всякие. А, кстати, это дудочка, это может быть белорусская жалейка? Нет, это блок флейта. Вот называется. Так. Это блок флейта. Ну, к сожалению, у нас не так уж и много дудочек. Хотелось бы, конечно, больше. Ну так принимайте в дар. Может быть, у кого-то из телезрителей есть. С большим удовольствием. Пожалуйста, адрес: Мозырь, коллектив «Папороть кветка». Скажите, пожалуйста, а вот живые народные инструменты, как вы их используете в живых концертах ансамбля «Папороть кветка»? Пока это все планируется. Пока планируется, да, но мы готовимся к концерту и надеемся, что мы присоединим именно к нашим песням народные инструменты. Но у нас есть еще один коллектив, народный ансамбль народной музыки и песни «Стречанне». Которым вы, кстати, тоже руководите. Да. Так. И там у нас уже полностью живые инструменты, и гармонии, и баян, и цимбалы, и скрипка, флейта, ударная установка, контрабас, у нас там все. Вот там мы уже отрываемся по полной. Это очень здорово. Я хочу вспомнить 1960 год. Именно в том году фольклорист, российский фольклорист Вячеслав Щуров записал в Белгородской области песню, которая впоследствии ансамблями СССР была широко представлена. Это песня «Порушка-параня». Ариэль, вспомните, да, как вот пел. Я знаю, что песня. Она есть в вашем репертуаре, и вы ее сегодня исполнили. Да. Да, скажите, пожалуйста, есть ли такая песня, которую бы записали вы где-то на Полесье и которую готовы популяризировать, как когда-то Ариэль представлял песню «Порушка-параня»?
Да, ну за 19 лет существования нашего коллектива «Папороть Кветка» у нас есть такие песни. Но на сегодняшний момент мы хотели бы вам представить частушки, которые были записаны в деревне Новоселки, Петриковский район Гомельской области. Вот, мы решили ее исполнить, мы решили ее немножечко обработать, сделать аранжировку, Дмитрий сделал. Очень красивую, на мой взгляд, очень интересную. Но вы сегодня услышите, надеемся, вам понравится. Дмитрий, ну у нас здесь в студии коллекционная гармошка. Мы очень хотим услышать ее звук. Давайте. Поет народный ансамбль народной песни «Папороть Кветка». Никому
я никому я не скажу, что я с дирочкой пропаленной хожу. Кукареку, кукареку, петушок, пропалила, пропалила фартушок. Никому я, никому я не скажу, что я с дирочкой пропаленной хожу. Кукареку, кукареку, петушок, пропалила, пропалила фартушок. Никому я, никому я не скажу. Ой, ля-ли, ой, ля-ли.
Дорогие друзья, Юлия Дударева, руководитель вокального ансамбля «Рэха» и основатель народного ансамбля, народной песни «Папороть-кветка» Светлана Тихиня со мной сейчас в разговоре. Вот вы не впервые в этой студии, но как-то не доводилось спросить о вашей малой родине. Светлана, откуда вы родом? Я родом из города Петрикова Гомельской области. Это прекрасный город, который стоит на холме, протекает рядышком река Припять. На мой взгляд, это один из самых красивейших городов в нашей Гомельской области. Спасибо. Юля? Я родом из города Мозыря, я родилась и выросла там. Это также прекрасный город с прекрасной природой и прекрасным песенным творчеством. Это очень здорово. Но ведь не у каждой молодой девушки возникнет желание связать себя профессионально с академическим пением или с народным пением. Как это произошло в вашей жизни? Ну, в моей жизни произошло все случайно. Я училась в музыкальном, Мозырском музыкальном училище, и после окончания меня пригласили в народный коллектив «Стречани». До этого я очень хотела в опере петь. Это была моя мечта. И я попала в коллектив «Стречани», и меня народная музыка до такой степени зацепила, вдохновила, что я потом поступила... Что оперное пение отошло уже на второй уже не план. То. Я хочу все-таки петь народные песни, потому что во всех песнях есть душа, но народная песня ну, просто зацепила. Поэтому я после этого поступила уже в университет культуры, отучилась. Все, и народная песня со мной по жизни. Всегда. Юля? А у нас... Такая история. Все мы родом из детства, и в нашей семье также женщины, когда собирались, исполняли тоже народные песни. Я, конечно, когда была маленькая, я не помню слов этих песен, но навсегда запомнила тот же мелодичный голос бабушки, ту теплоту, которую я всегда ощущала. И когда я училась в колледже, я никогда не могла подумать, что я потом себя свяжу также с народной песней. Ведь мы поем в академической манере, но исполняем народные песни. И потом я была направлена на распределение в город Ельск, познакомилась с прекрасными музыкальными людьми, конечно. Услышала впечатляющих бабушек из деревни Козлы, которые в своем таком преклонном возрасте это дарили Ельский нам район. Да, самобытность, вот самобытную эту народную песню. Я думаю, это направление меня там и нашло. Оттуда и пошел отсчет нашего состава и нашего ансамбля. Работа с коллективами требует немало сил. Скажите, с помощью чего, как вы их восстанавливаете? Есть такое пожелание: найдите свое любимое дело в жизни, и вам никогда не придется работать, так как ваша работа это будет вашим отдыхом. Знаете, это, наверное, ну, про меня, потому что я действительно очень люблю свою работу, я даю ей полностью, и это есть и отдых, и работа. Она даже не устается, но больше всего подстегивает это новые песни. Вот это самое лучшее отдых. Новые песни, так что-то это новое. Это поиск новых песен. Это тоже и отдых, и поиск, это все, это творчество. И работа с новыми это все вместе, песнями. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие вершины планируете штурмовать? Ну, наш коллектив, однозначно, мы хотим конкурсы, фестивали международные, наши белорусские, новые программы, новые песни. Вот это наши цели, наши достижения. Юля? Да, ну, к сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией очень многие проекты переведены на дистанционную, заочную форму. На данный момент мы готовимся к республиканскому конкурсу «Здравствуй, мир». Мы будем выставлять 4 состава нашего ансамбля. Вот. А так нам приходится скучать, так как коллектив получает постоянно какие-то приглашения, а мы открыты всегда ко всему новому. Спасибо, Юля. Дорогие друзья, песни, которые мы сейчас услышим, исполнят самые опытные вокалисты ансамбля «Рэха». Oh,
Друзья, с нами руководитель вокального ансамбля «Реха» Юлия Дударева. Юлия, в какой манере работает коллектив, какие направления развиваете?
Коллектив работает в академической манере исполнения, исполняя многоголосное произведение акапелла. Работаем мы в различных стилистических направлениях. В нашем репертуаре есть и белорусские народные песни, и духовная музыка. С большим удовольствием обращаемся к песенной культуре и других стран. И постоянно пытаемся эти песни, которые берем в этих стран, в этих же конкурсах и реализовать. Таким образом, вот в декабре ансамбль стал лауреатом первой степени в международном конкурсе хоровых коллективов «В ожидании Рождества» в Москве, в России. Также в декабре он занял первое место в Донецкой республике, в Украине, на музыкальной олимпиаде. В 2019 году, также в декабре, средний состав коллектива взял лауреата второй степени в Бендзин, в городе в Польше. Был конкурс «Колядные песни». То есть ребята еще параллельно и языки изучают? Да, можно сказать и так. Да. Несколько возрастных групп, коллектив большой, в том числе и подростки. Можете ли вы сказать, что вот те песни, которые исполняют ребята, они очень востребованы в молодежной среде? Ну, скажем так, в коллектив приходят те дети, которым это нравится. И занимаются они все по желанию. Бывает, что они исполняют белорусскую народную песню с таким трепетом и воодушевлением. А бывает и духовную музыку. Они поют так, что мурашки по коже идут и у слушателя, и у самих исполнителей. Но здесь, я думаю, главное правильно сыграть с репертуаром. От этого надо отталкиваться. И очень приятно, когда на тех же репетициях, в том же соборе, я спрашиваю: ребята, вот с чего начнем? И они мне говорят: Юлия Юрьевна, давайте с «Милость мира», например, из Херувимска, с духовной музыки. И это, конечно, очень впечатляет. Спасибо. Юлия, скажите, пожалуйста, а что, кроме профессиональных знаний, вам важно передать вашим воспитанникам? Конечно, очень хочется, чтобы каждый из них нашел себя в своей жизни. Последний раз, когда я была в этой студии, я приезжала сюда с выпускным своим составом уже, и из 6 человек 4 пошло по музыкальной деятельности. Сегодня я привезла 3 состава, и также из старшего состава 2 в этом году собираются идти опять же по музыкальному направлению. Дети приходят разные в коллектив, и есть застенчивые дети. И, конечно, очень хочется, чтобы они, наоборот, себя открыли, стали более уверенными. Опять же, это происходит через сцену. Либо, наоборот, непоседы стали более дисциплинированными. И, конечно, хочется им помочь, чтобы вот эту дружбу, которую несут сейчас в коллективе, они несли и по жизни. Вот эту сплоченность и взаимовыручку. Спасибо. Юля, ну, коллектив «Реха» своим талантом заслужил немало наград и признания. Скажите, пожалуйста, а вот это признание, эти награды, они обязывают, дисциплинируют? Я думаю, что да. Они дают какую-то определенную ответственность, потому что марку надо держать, и приходится очень много работать над этим. Темная ночь, темная ночь.
Своего народа не имея навод природа. Ты любишь народ свой и край? Песни яго спявай. Шановные сябры, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Алена Троценко. Будьте завсёды здоровы и спявайте. Горный зал.